Маленький Алёша в свои год и три месяца ведет себя, как и подобает любознательному карапузу. Познает мир, играет с мамой и пытается все попробовать. Только если ровесники к этому возрасту уже начинают уверенно ходить, то малышу все еще приходится ползать. Мешает аномалия правой ноги. Она короче левой на 11 сантиметров. И дальше эта разница будет только увеличиваться. Единственный вариант – это ходить с протезом. Но тот протез, который сейчас у нас есть, и данная ножка, она дает очень маленький функционал. Он не может полноценно так же ходить и развиваться, как другие дети. Российские медики предлагают серию операций, которые вытянут ногу, но навсегда оставят мальчика в инвалидном кресле. Другое решение нашлось у американских хирургов. За ним семья Жаровых ездила на консультацию в Польшу. Ротационная пластика, после которой мы будем ходить в протезе, но это совсем другой протез и совсем другое качество жизни. Он сможет сгибать ногу. Он сможет пользоваться ногой, как и все мы, взрослые, как и все дети. Он сможет лазить, он сможет бегать. И это наша большая надежда. Операцию и реабилитацию в Штатах обычная ставропольская семья потянуть не может. Весь курс лечения стоит почти 22 миллиона рублей. Зато заокеанские медики смогут в прямом смысле поставить Алешу на ноги. Помочь в этом можем и мы с вами. Просто отправьте смс на короткий номер 7545 со словом «Алеша» и любой суммой пожертвования. Деньги попадут на счет благотворительного фонда «Помоги спасти жизнь». На его сайте можно найти и всю дополнительную информацию о судьбе мальчика. Никита Шишков и Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение.